Штаб общественной поддержки стал ареной для пытливых умов. За столом депутаты городского совета и народного хурала, работники Министерства образования республики и телевизионщики. Все вопросы связаны с Бурятией и ее историей. Первый профессиональный драматический театр Бурятии, как называется? Бурятский академический драматический театр имени Хаджинабзараева, 1932 год. Нет. Первый. Такой оперный театр, может? Нет. Правильный ответ – русский драматический театр имени Бестужева. Это вопросы из разряда сложных были проще. Например, как называется национальное блюдо бурят. За каждый правильный ответ фишка команды пересекает карту Таежной и Озерной. Цель – пройти через все районы до финальной точки, до столицы республики. Я не буду лукавить, столкнулся впервые, но игра очень интересная, занимательная. Более того, она очень познавательная. Я считаю, что ее необходимо даже в школах вводить, ну, чтобы хотя бы каким-то образом изучали, имеется в виду, историю и традиции республики. Первое место заняла команда депутатов Улан-Удэнского городского совета, за ними депутаты народного хурала. Бронзу первенства забрали сотрудники Министерства образования и замкнули квартет телевизионщики. Такие игры хотят сделать традиционными. Тут же понятие такое соревновательное, да, дух, который будет поднимать именно знания. Да, то есть каждая команда будет готовиться, выявлять среди своих организаций лучших. И будет такую сборную команду выставлять, как бы, я думаю, что это очень нужно. Да, вопросы будут усложняться, значит, и от этого все выиграют, то есть будем знать намного больше, чем знаем сегодня. Правила будут меняться, игру необходимо усложнить, согласились участники первого розыгрыша, а команды будут приглашать из самых разных коллективов. Баир Цыдыпов, Сергей Петров, Новости дня.